Привет всем! Вашему вниманию представляем 4 телефона. Итак, Jake, да, не знаю, как правильно произносить имя этого телефона. Jake, Jake или Jake, Jake X99. Ну, характеристики не очень, немножко слабоват этот телефон, но за свою цену отличный, отличная покупка. Неплохо, ну дизайн красивый, очень тонкий, в комплекте чехол еще, две сим-карты, там немножко характеристики не очень высокие, но для своей цены нормально. Итак, вот эта модель, я долго искал видеообзор этой модели, но так и не смог найти, и поэтому я заказал для себя 3 таких телефона, один черный, другой белый, третий пока что не получил, но вот эти 2 я уже получил. Итак, фирма... Ну, как правильно произносить? Lego или Lego? Ну, Lego. Lego LED 4 или Lego LED 4, кому как удобно. Я так и не знаю правильного произношения. Ну, Lego LED 4. Итак, характеристики, наверное, кажется, вам известны. 4 дюйма, 2 сим-карты, 512 мегабайт оперативной памяти, двухъядерный Android 4.2.2. 3G, GPS, Wi-Fi, Bluetooth, стандартные функции, дизайн красивый, не такой уж, ну, довольно тонкий. Ну, за свою цену, вот этот телефон отличный выбор. Он оправдывает свою цену. Если вам нужен такой бюджетный телефон с такими возможностями, то можно покупать с уверенностью, что все будет в порядке с этим телефоном. Что сказать? Ну, пока что я полностью не тестировал эти телефоны. Это предварительный обзор. Просто я долго искал обзор Lego LED 4, но так и не смог найти. Камера. Камера 3 мегапикселя. Да, основная камера. Вот задняя. Задняя камера. Ну, в принципе, нормально. Мне кажется, если... Ну, при солнечном освещении, когда освещение хорошее, оно будет хорошо снимать. Я еще тут настройки не забрал, можно улучшить качество фото. Ну, в основном все отлично, все нормально работает, все свои функции отлично оно выполняет. Дизайн очень красивый, материал очень хороший, очень приятный на ощупь. Сенсор работает отлично, камера нормально, звук. Звук тоже. Довольно громкий динамик у него. Где у нас тут музыка? Где музыка? Я скачал тут пару песен, но не могу найти музыку. Вот она. Вот она. Ну, это не полная мощность. Вот это полная мощность. Качество динамика хорошее. Нет никаких замечаний к этому телефону. Lego LED 4. Отличный телефон за свою цену. Все сделано очень качественно. В комплектации наушник, USB кабель и зарядочник. И еще очень красивая у него коробочка. Вот мне она очень понравилась. Особенно цвет, вот этот зеленый, да, салатовый цвет. Очень красивая коробочка. Вот красивый такой тут имей. Ну, не знаю, что больше сказать об этих телефонах. Ну, если хотите купить, можете спокойно купить, потому что телефон обязательно вам понравится. Но учитывая цену, но он даже характеристики выше, чем цена, потому что за эту цену можно купить вот, в принципе, такой телефон, но этот телефон в сравнении с этим довольно слабоватый. И еще вот у нас Lego LED 3, да, это, ну, это другой уровень, Android 4.4, 4,5 дюйма экран. IPS матрица, экран очень хороший, вот угли обзора очень большие, 2 камеры, камера у Lego LED 3 отличная, не знаю, ну опять, учитывая цену, это отличный телефон, я куплю себе такой,
Вот я решил поменять себе телефон, купил себе такой телефон и своей жене, ей тоже этот телефон понравился. Ну, не знаю, дизайн. Дизайн, особенно дизайн и функциональность, и параметры. Ну, дизайн очень красивый, вот такой тоненький. И тут материал очень приятный на ощупь. Вот тут, не знаю, видно вам? Вот посмотрите на задней крышке. Это очень приятно на ощупь. И экран отличный, дизайн отличный, все хорошо работает. 4-ядерный процессор. 1 гигабайт ОЗУ. Ну, все, в принципе, нормально. Что вам еще показать? Отлично работает телефон, нет никаких недостатков. И функции, в принципе, полный набор функций. Тут датчики, две камеры, фронтальная и задняя камера. Ну, отличный телефон.